15 мая – Международный день семьи. И, по-моему, это замечательно, что есть такой праздник. Ведь, пожалуй, для человека единственное, что может быть дороже – это только дети или же сама жизнь. Семья – основа государства. В наше трудное время экономического спада, политической и финансовой нестабильности люди влюбляются, создают семьи, заботятся о детях. 15 мая – Международный день семьи. Что бы вы хотели пожелать вот своей молодой будущей семье? Много счастья, долгого счастья. Конечно, для того и семья создается, чтобы навечно, я так думаю, надеюсь. Мужчина в семье – это кто? Ну, глава семьи, хозяин. Ну, как сказать, защитник, да. Опора. Ну, опора, да, должен как сделать все для того, чтобы ну, семья, жена, ну, все жили счастливо. А сколько вы хотите, планируете иметь детей? Да пока одного. Пожелаем этой будущей семье любви и согласия. Дорогие арчане, 15 мая – Международный день семьи. В связи с этим нам, работникам отдела ЗАГСа, хотелось поздравить всех тех, кто только что вышел из отдела ЗАГСа, создав семью, родив ребенка, всех тех, которые прожили долгую счастливую жизнь, всех тех, которые придут к нам сюда. Поздравить с этим праздником, пожелать всем семейного счастья, уюта, благополучия в семьях. Пожелать всем, берегите друг друга, добротой согревайте, берегите друг друга, обижать не давайте, берегите друг друга, суету позабудьте, и в минуту досуга вместе, рядышком будьте. Берегите друг друга без притворства и лести, берегите друг друга, вам надолго быть вместе.